Сколько прошло? Часа полтора, наверное, суровые. Начали неравную борьбу. Продолжают, точнее, с тормозной системой. Ёлки, шланг открутили. Цилиндры сняли. Колодки становились новые, но, говорит, барабан не одевается. Ну как такое может быть? Не новый барабан не одевается. Ну, в общем, все там грязно, закисшее. Колодки свелись молотком, Саня говорит, ну блин, что будет дальше, не знаю, лучше разобрать, сделать и собрать. Но я с ним полностью согласен. Так, подшипник выглядит, еще ничего выглядит, я вам скажу. Ну, смазка старая, грязная. А так, ну, качество было еще. Закрою, а воздухом иду. Я иду воздухом, уже один закрываю. Глухо. Там, где прокачка, закрутить. Вот эти тиски по свету, посмотри, по свету вообще подходит. Подходит по цвету? Да, по свету подходит. Так это с одного комплекта, значит, этими тисками надо и снимать. Да. Только зажмёшь вот так вот. Ну да, зажать. Зажмется они? А ну, точно. Слышь, это тиски запорожские, оригинальные, наверное. Наверное. Закручивать под. Легонько. Поджимай. Все. Блин, Саня просто... Студенты боролись. Саня одной правой. Что, снял? Нет. Ну, почти. Ну, пошло, да? Если крутится... Блин, Саня тут все технологии возможные применяет. А попробуй туда и потом обратно, нет? Ну, назад задавить его. Скажи, Саня, еще такого не было, чтобы что-то я не мог разобрать. Технологии. Вот это технология. Перекрутка цилиндра, да? Как? Ну, сейчас есть. Кусок цилиндра оторвали. И что, теперь я не заторможу, блин. Да теперь уже вынимать. Посадочку, если студентов сбоку, он не хорошо тормозит. А, подожди, или это еще можно починить? Есть. Красавчик, Саня разобрал. Так это он двухсоставной? В общем, вот они все цилиндры. 2 на 19, 2 на 22. Сколько его лет не разбирали? Лет 800, да? Наверное, я думаю, за 74 тысячи пробега. Вчера же была 74-я тысяча, Саня гонял ее. Как новая. Все можно ставить, да? Так, волшебная сумка у меня есть с собой. Как-то я был на Перово. И там в сумке такие вещи положил. И вот они сюда сейчас поменяем. Те, что меньше и есть, те, что больше, тоже должны быть в сумке, в принципе. Thank you.
задумайся. Поставят бэхи тормоза, может. Бэха все равно не на ходу. Уже и все. Мотор тоже, да? Мотор отправили уже. Колян только что звонил. Что ты думаешь, есть шанс? Не знаю. Схема тут сложная. Отчаянно. Так а зад будем делать? Нет. Чего? Не успеем. Ты же говорил, успеем. Не успеем зад, только полить. Так а подтянем, хоть ступицы подтянуть или уже поздно? Не тянем еще, не дай бог, кто-то тебе подскажет, что ты... Это двухконтурная система? Или трех? Четырех. Ну до конца вроде. Значит, а ты добивали мы? Угу. Да. А ту сторону мы одевали, одеваем. А это нет? Это чуть-чуть не хватает. Оригинальная лейка Запоровская. Стой, 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 стой. Сколько тут? Пятерочек? Пять пятерочек. Три умывают. Ну, надо мерить, я так не... Что, густое оно? Ну, покажи. А? Капец, какое густое. Не очень что-то. Да солидо, посмотри. Да? Может, специально это для этой машины. Будет давление? Там пробку нормально закрутили? Хорошо. Не, ну оно такое густое, что можно с открытой пробкой ездить. Ну вот она БСК, а ты залил уже. Я щуп достал, может. Я щуп достал и все понесло. Да? Из-за щупа проблемы? Ну, воздух, когда выходил был. Где оно не густое вроде, или густое? Да, пришлось сходить за вторым ключом. Как-то суровый открыл-закрыл и захлопнул. Устройство такое, что ручка только снаружи открывается. Ну, ключ повернут. Кнопка нажимается. Суровый жесткий заблокировал как-то машину. Как ему это удалось? Вот и все. Как она на новом масле, интересно. Пока холодная тиша, конечно, работает намного. Где ты, суровый? А если бы я ключ не нашел, Саня? Да это вам не Мерседес, вы его так не открыли бы. Нет. Качаем тормоза. Да. Нажал. У тебя нет резинок на педали? Нет.
А спортивных накладок таких модных. На болтах из нержавейки. Какие-то новые методы прокачки. Ставить на камеру на паузу или будем качать? Или это будет захватывающий сюжет? Не накачивается. А есть какая-то ритмичная музыка, чтобы ты мне включил? А? Держу. Мне кажется, мы нарушили равновесие. То, что было в ней. Теперь восстановить будет очень сложно. Вообще нет. Мы грязевое равновесие нарушили, Саня. А? Саня, знаешь, что меня привлекло в этой машине? О, вроде чуть начало это. Спортивная кулиса короткая. Короткоходная. Андрюха только что звонил. Говорит, ты не передумал ехать на этой машине? Я говорю, нет. Говорю, хочешь, могу тебя взять. Ну, говорит, давай я сам пока. Тормоз, ну было низко. Тормоза в самом верху, но подтирает вперед. А ну. Новые колодки. Притрутся. В теории, да. Классический случай. Хочешь поедь проедь? Опасно. Ну ладно, все равно как ты проедешь. Ну штука его завоняется, закричит. Ты поедешь, потому что звонит за Киева. Так а что, ты приедешь, да? Серега, и будешь со мной. Серега его прошу, приедет. Он звонил только что. Тоже едет? Нет. Да. А? Ну, 0,9. Да, Санька. Интересно, как на новом масле будет. Интересно, 110 пойдет на новом масле или нет? Да нет, если ты зачем-то привяжешься. Или гора высокая. Ручка тут эксклюзивная, видишь какая? Смотри, плетеная, ручная работа. Не под цвет, правда. Клещами зверюга, блин, елки-палки. Ты должен был быть этим, как его? Сучка-грызом. И еще, еще. Блин, что-то тут не то. Я не хочу сильно затягивать. Ну, рта вообще уже нет. Не, не шуми. Ну чуть-чуть еще подкинь. Да все, хватит. Не, чуть-чуть. Не хочу я. Я тебе позвоню, если что. Не, да я специально ты не звонил. Вот, смотри. Легенький такой, еле-еле. Да не, не надо люфт, ну нафига он? Он появится и так. Да, он нагреется и... Ничего он не нагреется, если не перетянуто. Это на твою ответственность, короче. Ну вообще не могу люфта, и шо? О, огонь. Вон она, БХ-7. Ждет мотор. Колян сегодня отправил мотор, сказал. Слышишь, а ну. Не слышно. Да вообще. Да, на гарантии. Куда он сошли в дом? Какое-то ухо очень плоское, Саня. Можешь ухо чуть-чуть растопырить? Не могу. Посмотри. Не мое, а моего купе.
Плохо, что ты со мной не едешь, конечно, чтобы ты прочувствовал на себе всю сложность управления этой машины. Я в бокс его загонял, не хватило. И что, первая как вторая. Задняя как пятая. Задняя как пятая. Вспотел или нет? Нет, такой немножко повеселился. Ну, весело. Не все раз уехать, то и весело. Саня говорит, может сделать аттракцион платный. Да люди вообще пишут, столько подписчиков там и зрителей пишут про ностальгию, про этот запах. Дверь открываешь, запах сразу бьет в нос. Вот утром открываешь. В общем, сказка. А где заглушка? Пока неизвестно. Саня, осторожнее, Саня. Ты знаешь, сколько этот колпак стоит? Сколько? Три-четыре. Три-четыре? Да. Три-четыре? Привет тебе Макс передает. Макс тоже привет. Аналогично говорю. Макс, забирай его, куда ты собрался ехать? Спасибо. Давай. Так, мы перемещаемся, Макс звонит. Переживает, спрашивает, как там давление масла на новом масле. Я говорю, еще не протестировали. Слышишь, ого, Саня, а что тут, другая конструкция? Смотри, сколько болтов тут, 6. Ну, это ты пущен, здрасте. Ой, женщина какая-то заговорила не по-русски. Полось, да нет, ну она ж так не может, подожди. Почему не может? Полось изнутри прикручена. Короче, тут конструкция сзади посерьезней. Я думаю, что он там с клещами так борется. Тебе деревообрабатывающий надо было с клещами идти, Саня. Да? О, тут ухо четкое, смотри, а то ухо повреждено, слышишь, Саня? А это ухо хорошее, ровненькое. Красавчик, починил. Как краска блестит после дождя на машине, ты видишь? Нарадоваться не можешь, да? Ну, есть такое немножко. С этой стороны ручка оригинальная. Тут как в Жигулях. Так это тебе еще рутить не будет, стучать не будет.